бюро находок имеется. Студенческий билет на имя Забарова Булата, найден в КЦМ на остановке Вахитова. Ключи от квартиры 2 штуки плюс черный от домофона, найдены 2 июня по Химиков 68. Документы на имя Валиева Руслана Рустамовича, найдены 22 мая по Корабельной 39. Сумочка Adidas черного цвета, найдена 30 мая в детской поликлинике Солнечная. Ключи с брелоком «Магнит для денег», найдены 28 мая в районе Дома быта. Пропуск на имя Тазова Владислава Николаевича, найден 30 мая в районе ТЦ «Ситимолл». Сотовый телефон Nokia черного цвета в черном кожаном чехле, найден в такси.